обтягиваем подкожно. Чипирование животных – стандартная процедура. В хозяйстве Артура Тимиргаева все поголовье крупнорогатого скота регулярно проходит плановые обработки, вакцинацию и обследование. Такие ветеринарные услуги оказывает Новоузенская районная станция по борьбе с болезнями животных. Для реализации данной продукции непосредственно необходимо просто-напросто ветеринарные услуги. Это плановые весенние и осенние обработки, это внеплановые обработки при продаже скотины, это исследование на всевозможные болезни. Поэтому мы очень хорошо, очень тесно сотрудничаем с станцией. Новоузенская станция по борьбе с болезнями животных – одна из крупнейших в регионе. В самом районе при этом насчитывается 60 тысяч голов мелкого и более 18 тысяч голов крупнорогатого скота. Чтобы все животные были в поле зрения специалистов, внедрена система учета поголовья. С помощью нее ветеринары могут отследить продажу и приобретение скота, появление потомства и выбытие на убой. Современную диагностику практически всех видов заболеваний специалисты проводят в местной лаборатории. Подразделение имеет аккредитацию в национальной системе Росаккредитация. Здесь проводят исследования на бешенство, бруцеллез, лейкоз, сибирскую язву, нодулярный дерматит и другие болезни, опасные не только для животных, но и для человека. Выстраивается определенный план профилактических мероприятий, согласованный с управлением ветеринарии. И наши специалисты ежедневно, повторюсь, ежедневно проводят эти мероприятия на всех наших населенных пунктах, отдаленных точках, на приграничных территориях с Республикой Казахстан. Для того, чтобы был 100% учет и с целью предупреждения ряда инфекционных заболеваний. Ежегодно специалисты лаборатории проводят плановые обработки животных в весенние и осенние периоды. В ветеринарной службе есть вся необходимая техника, биопрепараты и дезинфицирующие средства. Персонал постоянно совершенствует свои профессиональные навыки. Ведь основная задача Новоузенской станции по борьбе с болезнями животных – защита сельхозпоголовья от инфекционных заболеваний. Нина Цапайкина, Максим Пустовалов, Саратов, 24.